Царь Тобольский, письмо с фронта. Давно уже его на свете нет, того русоволосого солдата. Письмо плутало 30 с лишним лет, и все-таки дошло до адресата. Размытые годами, как водой, от первой буквы до последней точки метались и подпрыгивали строчки перед глазами женщины седой. И память молчаливая вела по ниточке, надорванной и тонкой. Она в письме была еще девчонкой, мечтой еще и песенкой была. Он все в ее душе разворотил, как будто тихий стон ее услышал. Муж закурил и осторожно вышел, и сын куда-то сразу заспешил. И вот она с письмом наедине. Еще в письме он шутит и смеется, еще он жив, еще он на войне, еще надежда есть, что он вернется.